Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня мы с вами свяжем вот такой как бы мотив, который состоит из нескольких мотивов. Он состоит из цветков и серединки. Этот мотив очень хорошо, по крайней мере, я его увидела в салфетке, хорошо смотрится, в скатерти. Ну, я думаю, если вы придумаете применить его и в каких-то блузках или платьях, тоже будет достаточно интересно. Вяжется очень просто, смотрится оригинально. Итак, давайте приступим сейчас к вязанию вот такого вот элемента. Начнем с первой воздушной петли. И вяжем цепочку из 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замыкаем в колечко и обвязываем столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15 и 16. Этот хвостик нам не нужен, мы его можем обрезать. И соединительной петлей соединяемся, замыкаем круг. Вот что у нас с вами получается. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Накид. Одну пропускаем, следующую. Столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Накид. Пропускаем. Столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков есть. 1, 2, 3. 1, 2. В третью соединительный столбик. Итак, третий ряд у нас. Столбик без накида. 1, 2, 3. 2 накида под арочку. Столбик. 2 накида под арочку. Столбик. 2 накида под арку. Столбик. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 накида. Следующую арочку. Опять-таки 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 2 накида и опять-таки столбики. Так, мы с вами обошли практически весь наш ряд. И у нас вот 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 наборов из 4 столбиков. Последние 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот с первым столбиком мы соединяемся соединительной петлей. Соединительную петлю мы между вот двумя первым и вторым зашли и соединились. Мы находимся в центре. Накид. И под арочку мы с вами вяжем 8 столбиков с одним накидом. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 и 8. 2 воздушных петли, накид и еще 8 столбиков. 1, 2 и 8. И между вот двумя мы соединяемся столбиком без накида. То есть у нас получается здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 петли и опускаемся 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так мы обвязываем каждую арку. По мере того, как мы с вами вяжем, мы можем с вами соединять наши мотивы. Вот я связала половинку арки, вяжу 2 воздушных петли. Вот у нас с вами ответные цветы. Мы заходим в них, накид, и я довязываю арку. Вяжу 8 столбиков с одним накидом. Мы с вами присоединились с одной стороны, и теперь мы с вами связали следующий цветок и соединяемся точно так же со следующим цветком. Накид, и опять вяжем наши столбики. Вот мы с вами соединили два мотива. Но так как у нас с вами идет еще уже собран 4 цветка, поэтому мы соединяем точно так же и вот со, ну скажем так, с третьим, с четвертым цветком соединяемся и довязываем. У нас получается вот такой как бы квадрат из цветов, которым нужно еще сделать серединку. Мы с вами соединили 4 цветка, теперь мы с вами сделаем центральный цветок. Для этого мы опять с вами вяжем цепочку из 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соединяем в колечко. Я делаю один столбик без накида и вяжу 1, 2, 3. Накид и в колечко. Я вяжу 16 столбиков с одним накидом. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. И мы делаем 16. 16 столбик готов и соединяемся соединительные петли. 1, 2, 3, 4. Через один столбик мы соединяемся. 1, 2, 3, 4. Через один арку. С вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 арок есть. Восьмую арку мы с вами сделаем так, чтобы выйти в центре. Накид, и тут оттуда, откуда выходили, я провязываю столбик с одним накидом. Вот мы с вами в центре арочки. И теперь мы будем с вами привязывать. А как мы будем с вами провязывать? Мы будем соединяться где-то вот 1, 2, 3. Вот 1, 2, 3. И вот в этом месте мы будем с вами соединяться с нашим, вернее, даже вот так вот. Мы теперь вяжем с вами 5 петель. 1, 2, 3. Находим здесь третью. 1, 2, 3. Захватили. 3, 4, 5. И мы с вами под арку столбик без накида. 1, 2, 3. Ищем следующую часть
Опять-таки мы вот с вами здесь 1, 2, 3. Между третьим и четвертым мы заходим с вами. Еще 2 петли и под арку. 1, 2, 3. Ищем следующий цветок. 1, 2, 3. Нашли. Протянули. 1, 2. Под арку. Ну, смотрим, видите, что у нас с вами получается. Так мы пройдем с вами по всему кругу. Вот мы с вами обошли все по кругу. У нас остался последний. Вот в этом месте мы выходили. Последнее соединение. И соединяемся вот с этой точечкой. Зашли, обрезали и закрепили нить. Вот и все, что мы сегодня с вами разобрали. Вот такую красивую. Набирая таких вот квадраты, мы можем получить красивую скатерть или салфетку. Вот и все, о чем мы сегодня с вами хотела вам показать и рассказать. На этом моменте хочу попрощаться, пожелать вам творческих успехов. До скорых встреч!